Привет, друзья! Сегодня у нас суббота. И уже сегодня у нас какое, наверное, где-то число 13-е, 14 мая. Мы сегодня направляемся... Дождливая погода выдалась, даже немножко прохладная. И мы направляемся сегодня в Science Center, в котором уже Идошка был со школой, в котором уже он ездил с Костей. А сегодня, наконец-то, уже и мы добираемся. Погода не очень летная, поэтому мы будем где-то внутри. Решили поехать где-то внутри, чтобы не очень далеко от дома. Вот, так что все, выезжаем, будем смотреть что-нибудь интересное, новое. Мы пришли в музей. Какие рыбки, Габи, да? Идоша, тебе нравится? Даже такого не видела никогда. Кино показывают, да? Нет. Все, мы взяли билет, ждем, папа нас сейчас припаркуется. Вот мы взяли здесь билет, кассы такие. У входа стоит красивый бассейн, я говорю, аквариум. И там такой вот красивый динозавр. Очень красиво. Сейчас посмотрим, чем нас удивит этот музей, да, Габушка? Сейчас пойдем. Есть такие штуки для хранения. Стоит денег. Сколько, не знаю, надо подойти посмотреть. Все, можно оставить вещи и ходить с пустыми руками. Ну, у нас рюкзаки и у нас коляска, так что нам не нужно. Вот сразу. Вот карта. Мы с Мишей туда поняли, вот. Так. Мы здесь, да, находимся? Так. Нити восстановили, мы идем сюда. Procter & Gamble, Great Hall. Так. Level Kings Park. И шестой. Самый интересный, это будет шестой. И третий. Четвертому Learning Center там нечего делать. Мы его пропустим. Мы идем на шестой и третий. Шестой и третий. Хорошо, да. Как скажешь. Пошли. На шестом это такое все Human Age. Уже нету этих мамонтов. Ага. А на третьем у нас игровая площадка. Супер, пошли. Вау, трансформер Бамбоби. Бамбоби, my favorite one. Мы даже не знаем, что он сегодня будет. Это все закрыто еще. А, это еще только открывают выставку. Да. Еще нету ее. Ну вот так можно посмотреть. Там есть карта. Это еще закрыто, это еще только открывается, готовится выставка. Вот все складывают еще только. Поднялся тут вниз. Все, ждем лифт, чтобы поехать на шестой этаж. Только мы так и не поняли, он наверху или внизу. Мы его зовем вниз. Вниз, значит, будем ждать. Привет. Все, мы в лифте. Привет. Спортивно мы. Одеты. Идем гулять? Да. It stops and makes me so scared. Да, ты не помнишь, что было то. Тайн, кусок дерева. Это дерево, this was a real giant, real gigant. This is certainly was cut down в 79 году. Вау, иду. About 67 метров была у него высота. Can reach over 95 метров в высоту и 4 метра в ширину, в объем. Где 560 лет? Да, 560 years old. 560 years old это дерево. Ужас, сколько оно всего увидело. Это интересно. Это really, really интересно. Можно дотронуться к истории. Вау. Оно, конечно, тут покрыто чем-то, каким-то лаком. Прикольно. Можно увидеть разные деревья, их листочки, и как это дерево выглядит, и как оно называется. Это red oak. То есть красный дуб. Red oak это дуб. Значит, красный дуб. Это так он выглядит. Вот это его листочки. И так дальше. Это white oak, белый дуб. Вот так выглядит. А это что за дерево? Это я не знаю дерево такого. Ну, в общем, вот так это работает. Здесь абсолютно разные. Здесь есть и ели разные, и там есть и мейпл. В общем, вот так вот все можно изучать. Разрез, да? В разрезе дерева. Что тут, Идоша? Just to listen.
А, это пилотный как? Ой. Идо, ну закрой, ну нельзя же два одновременно, по очереди. Все. Экуте. Послушай, это в френч. Жаль, нижнего посмотрим, что еще есть. Ого, жаба. А делает как будто сова. Вот сова. А, вот это оно с замедлением. Хотел побывать на природе, я не знаю, как собирают сок. Вот показан пример. Привешивается ведерко и туда скапывает, стекает сок. Птички! Press to listen. Écoute. На французском. Слушать. Great Lakes, Ontario. И вот здесь в разрезе можно посмотреть. Вот ковры, как делали, какой-то механизм, которому уже много лет, как делают ковры. Иди сюда, сыграй то, что вы в школе играете. Понятно. Короче, я села на какую-то штуку, которая как самолет. Рестарт, не знаю. Вон встают, видишь, эти палочки поднимаются. Ну только как бы ботинками себе ступаешь, нагреваешь. Red light up. Вот он, много такого есть up. Через три вот эти отверстия. Сядь на колено на одно, сядь на колено и бросай. А, тяжело. Очень интересно, оно кажется простое, через три трубы пустить. А у всех интересно, даже вот взрослые пришли бросить. А-а-а. Давай, Доша, еще один раз пойдем дальше, посмотрим, что еще есть. Давай. Для запуска. Да, только делай осторожно его, и чтобы был не осторожно, а аккуратно, чтобы он получился хороший, чтобы хорошо летал. Даже взрослые делают самолеты. Делай медленно, это магнит. Видишь, это магнит. Вау. Жидкий магнит. Да не Nails, это магнит. Медленно-медленно нажимай. Быстрее. Быстрее. 73.
быстрее. Можешь, можешь, давай быстрее. Тут оно полетело. Да чуть быстрее. Давай, давай. Сейчас, посмотри на ПС. Да, сейчас выходим, Габриэль. Мужик, крылья больше, чем я? Да ладно. Больше, чем я? Все 7 метров. Тоже 7 метров, как у меня? Не, он должен новый калькулейтинг сделать, новый, новый. Сейчас Габи папа полетит. Вот. Смотри, какие большие крылья должны быть, Габриэль. Это чтобы взлететь с Габриэль, надо такие крылья, да? Видишь, как это видится ультрасаунд? Ты когда жил в животике, мама тоже такое смотрела. Эдоша, здесь нету бэби только в животике. Это уже не там нету бэби. Здесь, когда их, вот когда четверо деток внутри, видишь, когда твинс, ну это не твинс, это четыре, когда триплекс, это даже четыре, их видишь, четыре, один уже вылазит, и трое еще сидят, они там друг на друге все, ой-ой-ой. Вот эта девочка, у которой, видимо, вот так было четверо, вот какой большой животик, бедненький, очень большой животик.
вандализм немножко, все развалили. Даша делает покупки тоже. Thank you.
на исходе сил, уже сил нету, уже собираемся домой.